Все правильно. О чем вы спорите? Мы сейчас месяц-два... Я про юридическую... Михаил Витальевич, вот вы должны доложить руководству нашей федерации, тем более там люди из правительства, они должны обратить внимание юстиции и так далее, шахматным процессом руководят общественники, а люди, которые призваны этому способствовать, наоборот, все задерживают. Вот какие-то бумажки, чего-то. Ну что за бумажки? Вот это мне как раз не хотелось говорить, но почитайте положение о постоянном, как у вас говорится, об особенном подразделении при федеральном вопросе, который говорит наш Михаил Витальевич. И основная там задача способствовать регистрации. Не, это пошло от чего? И аккредитации. Не, это почему? А от чего пошло? Федеральная власть правильно приняла одна федерация. У нас появилось обособленное подразделение. Обособленное. Оно финансируется РШФ. Хорошо или плохо, или второй вопрос. Но это люди, которые по долгу своей работы, в соответствии с их положением об этом деле, они должны это делать. А мы действительно все общественники. А тут мне там и финансы, и прочее. Так вот вопрос один. Здесь надо не ставить вопросы, а помогать. И это дело об особенном подразделении при каждом федеральном округе.